«Светом и любовью пусть наполнятся сердца». Так назывался благотворительный концерт с участием победителей телепроекта «Битва хоров» в составе хора Краснодарского края, лауреата всероссийских и международных конкурсов арт-группы «Ларго», а также творческих коллективов районного дома культуры. На концерте побывала и наша съемочная группа. Главной целью благотворительного концерта стало порадовать тех, кому в обычной жизни не так часто приходится бывать на выступлениях именитых артистов. Среди приглашенных – бабушки и дедушки Белореченского дома-интерната для престарелых и инвалидов, члены Совета ветеранов, Общества инвалидов и других общественных организаций города и района. Именно для них звучали в этот день песни артистов районного дома культуры, а юные участники танцевального коллектива «Лимонад» впервые исполнили свой новый танец «Ангелы». И вновь в исполнении коллектива «Белая река» со сцены звучала уже полюбившаяся многим белореченцам песня, посвященная родному городу. И вот на сцену вышли приглашенные артисты, победители телепроекта «Битва хоров» в составе хора Краснодарского края арт-группа «Ларго». Белореченцы, запомнившие это трио по прошлому выступлению, уже успели полюбить талантливых исполнителей за необычные голоса, яркие эмоциональные выступления и разнообразие жанров песенного творчества. Только дождись меня, через дожди храня цвет моих глаз. Свет моих грез, песня нас. Знай, что пройдут дожди, только меня дождись. Память и нить наши сердца соединить. Под зарю вечернюю солнце к речке клонит. Все, что было, не было, знали наперед. Только пуля казака во степи догонит. Только пуля казака. В исполнении Владимира Соколова, Владислава Судакова и Александра Порожного звучали их лучшие песни, подобранные с учетом предпочтений зрителей. Среди них и любимые многими композиции из советских кинофильмов. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все в ней ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мёрз я где-то, пуза моя, знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. В преддверии 9 мая, самого важного праздника нашей страны, зрители особенно тепло встречали песни военных лет. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Ты бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Ты бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Разрешите мне от имени главы района, от всех присутствующих в этом прекрасном зале, поблагодарить эту прекрасную группу за долгое, плодотворное сотрудничество. Они никогда нас не забывают. И сегодня, вот канун этого прекрасного святого праздника, они нашли время, чтобы быть здесь, быть с нами. Вам слова благодарности, счастья, здоровья, успехов, новых творческих свершений, чтобы у вас все получалось. Мы вас очень любим, белореченцы, докажите это! Вера Савельева, Сергей Чернецов, «События и люди».